Для участия в проведении совместного инструктажа пригласили и главу Десногорска. В современных условиях выдвигаются определенные требования, в том числе к сотрудникам. Ну а мы, как сотрудники муниципалитета, всегда готовы оказать содействие в нелегком вашем труде. Совместные инструктажи проводятся открыто и направлены на формирование положительного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел, повышение их авторитета, привитие профессиональных навыков и высоких моральных качеств сотрудников полиции, а также поддержание образцового внешнего вида и строевой выправки. Эти инструктажи, они полицию и народную дружину, и народное казачество, в общем, то есть... Для города Десногорска они нужны, потому что, допустим, люди десногорские должны видеть, что, допустим, есть такая народная дружина, есть такая, допустим, полиция, есть, в общем, народная казачья дружина. Люди должны видеть, что они есть в городе, они работают. Работа ведется, что люди действительно ходят и в ДНД, и помогают сотрудникам полиции, то есть не остаются в стороне, принимают активное участие в охране порядка в своем городе. То есть это, я думаю, необходимо, чтобы народ знал, видел, что не только полиция занимается охраной улиц. Хочу выразить отдельную благодарность нашему казачеству, нашему атаману за их присутствие, за их неотъемлемую помощь также в охране общественного порядка. Служим России, казачеству и православной вере. Во время инструктажа проводился осмотр личного состава и автотранспорта. Отрабатывались боевые приемы борьбы, доводилась наиболее значимая оперативная информация. Данное мероприятие на сегодняшний день у нас будет проводиться ежеквартально, может быть, даже и ежемесячно. Все зависит от того, как наши граждане будут общаться с полицией, и нам главное их внимание. После инструктажа его участники направились к местам несения службы.